Сохранение традиций и обычаев казахского народа, а также укрепление религиозных ценностей. Именно эти цели преследовала организация конкурса «Ансар АРУ» среди девушек. Мероприятие было впервые организовано информационно-аналитическим центром «Ансар», работающим при областном управлении по делам религии. Конкурс состоял из 4 этапов. Участницам необходимо было представить себя, ответить на вопросы специальной викторины, показать свое мастерство в направлении традиционного искусства. Кроме того, требовалось продемонстрировать умение правильно завязывать платок. Всего на конкурс заявились 5 представительниц прекрасного пола из города Актобе, а также Хромтауского и Этимирского районов. Эти девушки принимают участие вместе со своими учителями, устазами, которые подготовили этому конкурсу. Цель этого конкурса – показать нашему подрастающему поколению, молодым девушкам, которые в будущем будут мамы, для того, чтобы привить любовь к патриотизму нашей родине многонациональной, показать единство, то есть религии, и показать традиции нашего народа.